Всем привет! И я сегодня буду... Прошлое видео, кажется, было Вика Пшеничникова. Привет! С улыбками. А сегодня будет Марина Бактериева. Привет! С улыбкой! Это моя троянная сестра, я ее люблю. Дела! Вот. И я ее как сказать, ну, подарок приготовила, и я вот... Короче, Марин, привет. Мне бы хотелось бы с тобой повидаться, если такое. И... Вот бы мне бы с тобой увидеться поскорее бы, потому что ты уже далеко живешь, я это знаю. Поэтому я бы хотела с вами увидеть, поговорить, потому что каждый человек бы хотел увидеться со своей подругой, если живет он далеко. Я вот живу в Брёх, а она живет на, ну, далеко тоже. Чуть ближе, чем Брёх. Она от Москвы 14 километров, а где она живет 5. Это вот. Каждый, наверное, бы хотел сейчас подругу, поэтому те, кто смотрит меня сейчас и хотят увидеться со своей подругой, советую, если у вас есть свой канал, пожалуйста, отправляйте, делайте видео им, как я сделала личным. И скажите, и вы можете как бы вот так. И потом, если она может написать вам сообщение или тоже сидит, то пусть она тоже посмотрит, если такое остальное. Потому что я давно хочу видеть Маришку, потому что она переходит в 4-й класс, а мне бы не так хотелось бы увидеть. Потому что сестра или брат для тебя, как хотя я даю любимая игрушка, поэтому мне хочется ее увидеть очень сильно. Марин, если получится, приезжай в неделю, я приеду к неделю. Я хочу увидеться с тобой. Поэтому приезжай, Маринечка, приезжай. Мы с тобой увидимся, поболтаем. Да. Марин, приходи и все такое. Я бы рада с тобой увидеться. Мне бы реально хотелось увидеться. Ну, а все остальное тебе. Это все остальное тебе. Махай, мальчики, спит. Привет. Привет, мальчики. Привет, Марина. Привет, Марина. А где ты, Марина? Я тебя не вижу. Это пакет. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Пальчики вверх. Пальчики вверх. И подписывайтесь на канал. Это принесите мне канал. Ну все, пока! И подписывайтесь на канал.